Привет, друзья, с вами снова Елена, и я тут разбирала свои старые семена с прошлых, позапрошлых годов, и вот нашла старые упаковки уже семян, которые я сажала, решила вам рассказать про них, как они мне понравились или нет, стоит ли сажать. Напомню опять же, что земля у нас очень плохая, она кислая и практически один песок, поэтому с учетом такой земли, вот мои впечатления от того, что выросло у меня. Значит, было вот такой вот статица гребешковая, мне не понравилась. Смесь многолетняя, но на второй год они у меня не взошли, полагаю, что замерзли. В общем-то, сам цветок тоже мне не особенно понравился, не впечатлил. Ну, подходит, кстати, по-моему, они засыхают и потом стоят долго. Подходит для букетов таких из сухоцветов. Но мне что-то, говорю, что не впечатлил. Если интересно, можно посадить один раз, но мне не понравилось. Мирабилис, очень красивые цветочки, к сожалению, однолетник, вот, ну да, агератум, как я уже говорила, очень красивый цветок, очень люблю его, бордюрный, вот такой вот огромной синей шапкой, высота небольшая, ну не больше 30 сантиметров, наверное, и вот она такая вся усыпанная синеньким, очень красивая. Это, по-моему, Ишольция, да, Ишольция, оранжевый, очень красивый. Небольшие цветочки, красиво смотрится, могу посоветовать. И берез, очень красивый цветочек, белый, кустиком. Не любит пересадки, поэтому лучше сажать сразу в открытый грунт. Мне очень понравился, могу посоветовать. Тоже кустик небольшой, второй план от бордюра можно сажать. Это был декоративный подсолнук, значит, медвежонок называется. Мне очень понравился, красивый, схожесть хорошая. Тоже небольшое растение, компактное, можно на второй план от бордюра сажать. Красивые такие махровые цветочки, очень занятные, причем крупные довольно-таки, сантиметров 10, наверное. Гвоздика вот такая вот, тоже красиво смотрится, она у нас многолетняя, но она со временем вырождается, поэтому нужно ее снова сеять. Так, незабудка, очень красивый цветок, обалденный, красивый, я обожаю незабудку, но она у нас погибла. Но красивый цветочек обязательно, если будет возможность, семена где-то увижу, обязательно еще возьму. Вот такая льнянка, честно говоря, помню, она однолетник, но я забыла ее осенью выкопать, не помню по какому поводу. Так, момент, извиняюсь за шторм, сейчас, вот. Я забыла ее выкопать, наверное, просто мы приезжали поздно, было не до этого. И остался корень до весны, и в этом году я вам его показывала. Он зашел, был такой какой-то фиолетово-бордовый, мне очень понравился, я просто не знала, что это такое, потому что забыла, что я там сажала на этом месте. Очень красивые крупные цветки, и вот, как я говорю, мы забыли выкопать, и он на второй год зашел и цвел прям обильно. Так, вот такой лен красный, да, взошел, помню, это, по-моему, однолетник. Да, однолетник. Но цветочки совсем милипусечные такие. Так что я даже что-то не почувствовала никакого изыска в этом цветке. Так, смесь многолетников. Цветочный коктейль. Ну, вот что-то из этого у меня до сих пор растет. То есть, вот этот цветочек вот растет. Очиток растет. Вот. Гвоздичка, не гвоздичка, флокс, вот этот горный, только у меня голубой. Что-то не взошло, может быть, что-то нет, не выросло. Ну, вот такие смеси, они
чем неудачный, что никогда не знаешь, что у тебя вырастет. Будет ли это соответствовать картинке или нет, но для такого эксперимента, для альпийской горки могу посоветовать. Канаречник, однолетник, это сухоцвет, ну вот как на картинке он так и будет. Но это просто обычная травка, то есть ничего такого, но для букета из сухоцветов вполне можно. Маргаритка. Маргаритку советую, очень хороший цветок. Ну, просто надо подсевать, да, то есть она тоже вырождается со временем, и можно рассаживать те, что у вас уже есть. Я имею в виду, вырождается в каком плане, что махровые цветочки превращаются в обычные. Вот. Настурция. Настурцию я сажаю каждый год, у меня свои семена, я собираю свои семена, поэтому они у меня в большом количестве, я всегда сажаю по бордюрам, вдоль дорожек, то есть где есть свободное место. Вот была такая желтенькая. Желтенькая, кстати, очень хорошо сходит, в отличие от красной. Так, вот такая шольция. Как я уже говорила, очень красивые цветы. Конечно, не такие крупные, как на картинке, но красивые. Так, это было у нас что-то такое. Какой-то микс. А, это ночная фиалка, да. Был розовый микс с белым. Ну, советую попробовать этот цветок, особенно под вечер, когда распускается и исходит обалденный аромат. Советую попробовать. Если не сажали, посадить. Энотера. Энотера мне не понравилась. Какой-то огромный куст и маленькие желтые цветочки. Как-то не впечатлило. Скабиоза, опять же. Красивые цветочки. И шольция. Вот такая вот пестрая. На самом деле она пестрая так и не получилась. Были какие-то, ну, обычные цветы. То есть смесь не вышла. И вот такая еще и шольция тоже. И шольция мне нравится. Могу посоветовать. Вот. Так что вот такие вот я нашла семена, что я сажала еще до того, как создала свой канал и в первый год, когда я вела канал. Вот такие были у меня цветы. Это, конечно, не все, я больше сажала, просто это сохранились у меня упаковочки. Если видео понравилось, ставим пальчики вверх, оставляем комментарии. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь, кто не подписан. И всем пока-пока!